Лауреаты Ленинской премии. Данный список является неполным. Ленинская премия ежегодно присуждалась 22 апреля, в день рождения В.И. Ленина. Число лауреатов могло превышать число премий, поскольку одна премия могла быть присуждена как одному человеку, так и целому коллективу. 1957 в области науки Завойский Евгений Константинович Ч. К. Н. СССР за открытие и изучение парамагнитного резонанса. Новиков Петр Сергеевич Ч. К. Н. СССР за научный труд об алгоритмической неразрешимости проблемы тождества слов теории групп. Наливкин Дмитрий Васильевич за научное руководство составлением геологической карты СССР масштаба 2500000. Догель Валентин Александрович за научный труд «Общая протистология». Скрябин Константин Иванович за научный труд в 12 томах «Трематоды животных и человека». Меликишвили Георгий Александрович за исследования в области древней истории народов Закавказья, изложенные в трудах Найри-Урарту и Урартские клинообразные надписи. Шишмарев Владимир Федорович за исследования в области романской филологии, изложенные в трудах «Историческая морфология французского языка», «Книга для чтения по истории французского языка» и «Словарь старофранцузского языка», «Книги для чтения по истории французского языка». В области техники Туполев Андрей Николаевич, генеральный конструктор ОКБ, Макаревский Александр Иванович, начальник ЦАГИ, Архангельский, Александр Александрович, Кербер, Леонид Львович, Черемухин, Алексей Михайлович, авиаконструкторы, Туманский, Сергей Константинович, конструктор авиадвигателей, за создание скоростного реактивного пассажирского самолета Ту-104, Волчек, Николай Акимович, ГАЭЛ, конструктор, Власов, Серафим Николаевич, ГАЭЛ, конструктор проекта, Никольский, Алексей Павлович, зам, нач проекта, Гончаров, Владимир Игнатьевич, ведущий конструктор Соловейчик Яков Самуилович зам. Нач проекта сотрудники СКБ МСП СССР Бобров Виктор Павлович СТН с НМРСФ МСП СССР Громов Анатолий Александрович бывший ГАЭЛ инженер завода Капаневич Николай Ефимович ведущий конструктор бюро взаимозаменяемости МСП СССР за создание комплексного автоматического цеха по производству массовых подшипников на ГГПЗ имени Л.М. Кагановича Волошкевич Георгий Засимович, СТН, Спатон, Борис Евгеньевич, директор из имени Е. А. Патон на АНУ СССР, Гузенко Иван Георгиевич, Давыденко, Илья Данилович, нач. Отдела сварки, Радченко, Василий Григорьевич, бывший зам. Нач. Цеха завода, красный котельщик МТМ СССР, за создание и внедрение в тяжелое машиностроение электрошлаковой сварки. Иоаннисиони, Баграт Константинович, ведущий конструктор ГО имени С. Вавилова, за разработку конструкции новых астрономических инструментов. Талмуд Израиль Львович, директор Захаржевский. Олег Николаевич, нач. Цеха Почевалов. Владимир Петрович, ГАЭЛ. Инженер Волховского алюминиевого завода имени С.М. Кирова. Владовец Николай Иванович, бывший СТН, с лаборатории МГРН СССР. Кручевский Владислав Адольфович, зам. ГАЭЛ. Инженер проекта гипроалюминий МЦМ СССР. Строков Федор Николаевич за разработку и промышленное освоение метода комплексной переработки нефелинового сырья на глинозем, содопродукты и цемент. Давыдов Михаил Прокопьевич, руководитель работы, бывший управляющий, Горлов Петр Иванович, зам. ГАЭЛ. Инженера Тюркян Рафи Арминакович, ГАЭЛ. Инженер 300 Сталин Шахтопроходка МСПУ ПУ СССР Пилипенко Иван Васильевич, бригадир Проходчиков, Стоев Илья Степанович, бывший нач. Проходки Голубов Святослав Владимирович, бывший инженер комбината «Сталиншахтострой» за усовершенствование методов проходки вертикальных стволов шахт «Буров». Александр Петрович, руководитель работы, зам. Нач. Отдела МГВН СССР. Белов Владимир Борисович, Файнштейн Григорий Халимович, Щукин Владимир Николаевич, СТ. Геологи партии, Хабардин Юрий Иванович, прораб, геолог партии, Юркевич Ростислав Константинович, ГАЭЛ. Геолог экспедиции за открытие промышленного месторождения Алмазов Яссер, Батищев Тарасов Степан Дмитриевич, ГАЭЛ. Инженер Топорков Дмитрий Дмитриевич, ГАЭЛ. Геолог Кустанайского ГРТ Горюнов Сергей Васильевич, бывший нач. Сургутанов Михаил Григорьевич, летчик аэропартии Уральского ГУ, первооткрыватель Сарбайского железорудного месторождения. Кочергин Иван Андреевич, ГАЭЛ. Геолог Сарбайской ГЭ. Носиков Вячеслав Петрович, нач. Аэромагнитной партии Уральской ГЭ, первооткрыватель СМА, Петун
Бунин, Валентин Карпович, ГЛ, геолог Соколовской ГРП, Рудин Олег Федорович, ГЛ, инженер Сарбайской ГРЭ, за открытие и разведку железорудного месторождения Сарбайской и Соколовской групп в Казахстане. Блохинцев Дмитрий Иванович, директор МЕИ, Долежаль Николай Антонович, директор ГЛ, конструктор Красин Андрей Капитонович, директор НИИ «Малых» Владимир Александрович, нач. Отдела НИИ за создание Обнинской АЭС. Бакулев Александр Николаевич, Д. Ч. АМНС СССР, за организацию научного исследования приобретенных и врожденных заболеваний сердца и магистральных сосудов, разработку методов хирургического лечения и внедрение их в практику лечебных учреждений. Мясищев Владимир Михайлович, главный конструктор ОКБ-23. Назаров Георгий Николаевич, первый заместитель главного конструктора. Барышев Владимир Михайлович, заместитель главного конструктора. Роднянский Лазарь Маркович, заместитель главного конструктора. Селяков Леонид Леонидович, заместитель главного конструктора. Апачи Федор Федорович, летчик-испытатель, за создание реактивного стратегического бомбардировщика М4. Агаджанов Павел Артемьевич, ученый в области информатики. Айзенберг Григорий Захарович, ученый в области связи. Кузнецов Николай Дмитриевич, конструктор авиационных двигателей. Бажинов Игорь Константинович, Брыков Анатолий Викторович, Мажорин Юрий Александрович, Нариманов Георгий Степанович, Асташев Евгений Ильич, Тюлин Георгий Александрович, Элиасберг Павел Ефимович Яцунский, Игорь Марианович, за работы по подготовке запуска первого ЕЗ. Королев Сергей Павлович, Бармин Владимир Павлович, Глушко Валентин Петрович, Козлов Дмитрий Ильич, Маркичев Николай Васильевич, Тихонравов Михаил Клавдевич, Цицор Зиновий Моисеевич, Черток Борис Евсеевич, Морозов Константин Константинович, Юрасов Игорь Евгеньевич, конструкторы ракетно-космической техники Ваничев Александр Павлович, Желтухин Николай Алексеевич, теплотехники Курчатов Игорь Васильевич, Зельдович Яков Борисович, Харитон Юрий Борисович, Сахаров Андрей Дмитриевич, физики-атомщики Келдыш Мстислав Всеволодович, ученый-математик, разработчик атомной ракетной техники Кузнецов Виктор Иванович, Лавров Святослав Сергеевич, Сергеев Владимир Григорьевич, ученые в области систем управления Левин Владимир Константинович, Полин Владимир Степанович, конструктор ЭВМ, за создание ЭВМ специального назначения Мишин Василий Павлович, Ахацимский Дмитрий Евгеньевич, Инеев Тимур Магометович, ученые в области механики Перелет Алексей Дмитриевич, летчик-испытатель Рязанский Михаил Сергеевич, Щукин Александр Николаевич, Манукян Эдуард Мигранович, радиотехники Зубец Прокофий Филиппович, Коротков Федор Мусович, Стечкин Борис Сергеевич, конструкторы авиадвигателей в области литературы и искусства Коньёнков Сергей Тимофеевич, за скульптуру автопортрет Леонов Леонид Максимович, за роман «Русский лес» Муса Джалиль, за цикл стихотворений «Мобицкая тетрадь» Прокофьев Сергей Сергеевич, за седьмую симфонию Уланова Галина Сергеевна, за выдающиеся достижения в области балетного искусства 1958, в области науки Арцемович Лев Андреевич, руководитель работы Леонтович Михаил Александрович, Лукьянов Степан Юрьевич, Головин Игорь Николаевич, Осовец Самуил Маркович, Филиппов Николай Васильевич, Базилевская Ольга Александровна, Брагинский Сталий Иосифович, Подгорный Игорь Максимович, Андрианов Александр Михайлович, Синицын Василий Иванович, Явлинский Натан Аронович, Н. и А.Н. за исследование мощных импульсных разрядов в газе для получения высокотемпературной плазмы, Боголюбов Николай Николаевич, за разработку нового метода в КТП и статистической физики, приведшему, в частности, к обоснованию теории сверхтекучести и теории сверхпроводимости, Разуваев Григорий Алексеевич, профессор ГГУ имени Н. и Лобачевского, за исследование в области химии свободных радикалов в разрядах, Эммануэль Николай Маркович, за лаборатории Хайфаен, за исследование свойств и особенностей цепных реакций, Витехтин Анатолий Георгиевич, Заварицкий Александр Николаевич, Коржинский Дмитрий Сергеевич, Николаев Виктор Арсеньевич, за исследования, изложенные в монографии «Основные проблемы в учении о магматогенных рудных месторождениях», Будика Михаил Иванович, директор ГГУ имени И. Валикова, за научные труды «Тепловой баланс земной поверхности» и «Атлас теплового баланса», Шацкий Николай Сергеевич, за научное руководство составлением тектонической карты СССР и сопредельных стран в масштабе 5000000, Горшенин Константин
Павлович, профессор Омского СХИ имени С.М. Кирова, за научный труд «Почва южной части Сибири», Струмилин Станислав Густавович, за научный труд «История черной металлургии в СССР», Т1, Энзелин Ян Марцевич, академик АН Латвийской АССР, Ч.К. АН СССР, за исследования в области балтийской филологии, изложенной в научном труде «Грамматика латышского языка», Сатпаев Каныш Имантаевич, Бок, Иван Иванович, Барукаев, Рамазан Исланбекович, Жилинский, Герман Борисович, Казанлит, Дмитрий Николаевич, Медоев, Георгий Царевич, Новохатский, Иван Петрович, Щерба, Григорий Никифорович, за составление металлогенических карт Центрального Казахстана, Пасечник Иван Петрович, Си Смолок, Устюменко, Александр Иванович, полковник Балашов, Константин Иванович, С.А. Баранов, В.А. Лебедев, В. Обухов, Д.Л. Симоненко, В.В. Сокольский, Ю.И. Щербина, физики, за труд «Физические основы дальнего обнаружения ядерных взрывов» в области техники Кедринский, Василий Николаевич, руководитель работы Барсуков, Алексей Алексеевич, Захарьев, Демьян Алексеевич, Н. С. НМРС, Загрискин, Дмитрий Александрович, Г.Л., технолог завода «Станковая конструкция», за разработку конструкций и промышленное освоение гаммы высокопроизводительных автоматизированных станков для обработки конических зубчатых колес, Герасимов Федор Максимович, нач. Лаборатории ГУИ имени С. И. Вавилова, Чехматаев Дмитрий Павлович, за разработку методов изготовления прецизионных дифракционных решеток, Костенко Михаил Полиевктович, Веников Валентин Андреевич, профессор МАИ, за создание электродинамических моделей для практических исследований мощных энергосистем сверхдальних ЛЭП, энергоустановок и аппаратуры электрических станций, Гуминник Яков Яковлевич, нач. Механического цеха, Ковальчук Михаил Самсонович, нач. Шахты Николаевская, 300, Куйбышев уголь, за создание скоростного проходческого комбайна ПКГ для проведения подготовительных выработок и нарезных работ в пологопадающих пластах средней мощности. Бардин Иван Павлович, руководитель работы, Смеляков Николай Николаевич, бывший директор, командир Николай Леонидович, Коротков Константин Петрович, Майоров Николай Павлович, Хребков Александр Васильевич, работники завода «Красная Сормова» имени А. Жданова, Грицун Михаил Данилович, директор, Гурский Георгий Васильевич, Казанский Владимир Андреевич, работники Новотульского МЗ, за создание первых промышленных установок непрерывной разливки стали, Игнатченко Евгений Афанасьевич, нач. Главнефтемонтажа МСР СФСР, Раевский Георгий Владимирович, зав. Лаборатории ИСАНУ СССР имени Е. А. Патона, руководители работы, Алексеев Евгений Константинович, ГАЭЛ, технолог отдела госстроя СССР, Дитковский Всеволод Матвеевич, нач. КБ Куйбышевского ЗМК, Иванцов Олег Максимович, зам. ГАЭЛ, инженеров НИИСТ, Корниенко Виктор Степанович, ГАЭЛ, инженер сварочно-монтажного 300 номер 65, Ляхов Владимир Степанович, управляющий монтажно-сварочным 300 номер 7, Поповский Богдан Васильевич, ГАЭЛ, технолог главнефтемонтажа, за разработку и внедрение индустриального метода строительства нефтерезервуаров из плоских полотнищ, сворачиваемых в рулоны, в области военной науки и техники, Миль Михаил Леонтьевич, главный конструктор ОКБ, Ананьев Иван Васильевич, Андрей Яшев, Михаил Петрович, Дмитриев Иван Сергеевич, Козельков Георгий Владимирович, Котиков Александр Константинович, Кузнецов Вячеслав Александрович, Малаховский Абрам Эммануилович, Русанович Николай Григорьевич, за создание одновинтовых вертолетов Ми-1 и Ми-4. Базинков Николай Ильич, авиаконструктор, Егер Сергей Михайлович, авиаконструктор, Жданов Константин Иванович, конструктор воздушных винтов, за создание турбовинтового стратегического бомбардировщика Ту-95. Исаев Алексей Михайлович, конструктор авиационных и ракетных двигателей, Африкантов Игорь Иванович, конструктор ядерных реакторов, Богомолов Владислав Николаевич, конструктор двигательных установок СЖРД, Гасанов Генрих Алиевич, судостроитель, Гречишников Владимир Федорович, Лаврентьев Михаил Алексеевич, Овсяников Лев Васильевич, математики, Ласкарин Борис Николаевич, химик, Мажорин Юрий Александрович, руководитель работ в области ракетно-космической науки, Расплетин Александр Андреевич, радиотехник, электроник, Синев Николай Михайлович, физик, за создание оборудования для АЭС, феоктистов Лев Петрович, Ширков Дмитрий Васильевич, Щелкин Кирилл Иванович, Изобабахин Евгений Иванович, Константинов Борис Павлович, физик.
физике, Терещенко, Яков Филимонович, Зверев, Борис Петрович, Эльский, Владимир Никандрович, организаторы химического производства, в области искусства Аникушин, Михаил Константинович, за памятник А.С. Пушкину в Ленинграде, Товстоногов, Георгий Александрович, режиссер, Толубеев, Юрий Владимирович, исполнители роли вожака, за спектакль «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского, поставленный на сцене ЛАТД имени А.С. Пушкина, Чебукиани, Вахтанг Михайлович, балетмейстер и исполнитель за главной партии, за балетный спектакль «Отелло», поставленный на сцене ГРГТОБ имени З. П. Палиашвили, Шостакович, Дмитрий Дмитриевич, за 11-ю симфонию 1905 года.